Символ жизни и преемственности поколений. На территории комплексного центра «Ровесник» проходит ежегодная патриотическая акция «Сад памяти». В преддверии Дня Победы самарские полицейские, общественники, воспитанники и сотрудники центра собираются вместе, чтобы вспомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны. Начальник управления МВД России по Самаре Дмитрий Урюпин поблагодарил собравшихся за сохранение традиций и поздравил с наступающим праздником. Воспитанникам хочу пожелать хороших отметок, прекрасного поведения, дальнейших удачных продвижений в жизни. Ветеранам хочу пожелать здоровья, благополучия в семье и всем вам мирного неба над головой. В акции традиционно приняли участие руководство и личный состав УМВД России по Самаре, ветераны, ОВД, общественный совет при управлении Министерства внутренних дел, а также воспитанники и работники центра «Ровесник». Вместе они высадили липовую аллею. В прошлом году мы сажали каштаны, а потом у нас были ели, а в этом году у нас липа. Липовая аллея – это запах, это май, это цветение, поэтому дети выбрали липу, и мы с ними согласились. Аллею назвали в честь труженика тыла Великой Отечественной войны, ветерана органов внутренних дел Анатолия Ивановича Матвеева. В этом году он отмечает 92 года. Собравшиеся пожелали крепкого здоровья ветерану. Человек-легенда, который всей своей трудовой деятельностью, служению в службе в органах внутренних дел, он посвятил много лет, более 50 лет только трудового стажа у него в органах внутренних дел. Плюс он еще работал с 12 лет на производстве там, во время Великой Отечественной войны. Это добрые традиции совместно с воспитанниками. Они понимают то, что память – это самая главная связующая нить между людьми. С древних времен дерево символизирует связь поколений. Уходя корнями в землю, оно растет, цветет и разветвляется, каждый год начиная свой жизненный цикл заново. Пройдут годы, и сад памяти расскажет потомкам о славных подвигах предков. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.